Собаки имеют более развитый интеллект, чем большинство других животных. Также у них хорошо развита психика. Такое положение дел сложилось за многовековое сотрудничество собак и человека. Еще со времен пещерных людей собаки охраняли жилища, затем стада и научились понимать, как взаимодействовать с человеком. Уникальной способностью псовых является их скоординированность действий с хозяином, взаимопонимание, которое достигается обучением и дрессировкой. Если с собакой не заниматься, то она просто не применяет свои способности взаимодействия с человеком. И такую собаку могут назвать глупой, будь она хоть бордер-колли. Поэтому называть какую-то породу более глупой, чем другую, неправильно. Но есть породы, которые в силу своих особенностей характера поддаются обучению гораздо сложнее, чем другие породы. Одни проявляют чрезмерное равнодушие и спокойствие к обучению. Другие, наоборот, из-за своей природной активности не могут усидеть на месте. В этом видео посмотрим на породы собак, в обучении которых придется запастись терпением и быть готовым к тому, что они вряд ли смогут усвоить все то, что сможет усвоить, к примеру, лабрадор или колли за этот же отрезок времени. Басиджи – это одна из самых редких и необычных пород в мире. Ее вывели в Африке и изначально использовали для охоты. Басиджи и сегодня отлично справляются со своими прямыми обязанностями, но не блещут умственными способностями. Эти своевольные собаки с трудом запоминают команды и отказываются слушаться без мотивации в виде вкусняшки. Причиной неуправляемости представителей данной породы является независимый нрав. Чтобы добиться внимания непослушного басиджи, понадобится немало времени и терпения. А процесс воспитания этих упрямых и осторожных псов порой напоминает укрощение дикого зверя. Хаски – красивая активная порода, мечта каждого ребенка. Но известный факт – с хаски скучно не бывает. А еще с этими собаками не бывает порядка в доме. Бесполезно пытаться приучить представителей этой породы к тому, чтобы они не носились по комнатам, не совали свой нос в каждую щель, не прыгали по диванам или не пытались узнать, что прячется под обоями, обивкой мебели или в подушках. Из-за своей неусидчивости и любопытства хаски считаются глупыми. Но причина такого поведения в том, что она слишком энергична. Держать в квартире такую собаку не стоит, придется гулять с ней по 5 часов. Без этого хаски разносит дом, постоянно воет и не слушает никаких команд. У хаски сильный охотничий инстинкт и постоянное желание бегать, что-то искать и копать. Бассет-хаунд. Унылая морда, обвисшие уши и неуклюжие лапы делают эту породу собак невероятно милым домашним питомцем. Изначально выведенная во Франции порода была предназначена для выслеживания мелкой дичи. Бассетов выводили ради их нюха, а не за интеллектуальные способности. На самом деле охота – единственное занятие, где бассеты могут блеснуть талантами. В других ситуациях они беспомощны. Более того, прогуливаясь по улицам, нужно следить, чтобы собака была на поводке. Поскольку увлекшись каким-то интересным запахом, она может заблудиться и позабыть путь домой.
Эти собаки обладают природной ленью и нерасторопным темпераментом. Спокойные и дружелюбные бассет-хаунды не спешат осваивать новые команды и не стремятся к послушанию. Они с удовольствием променяют занятия по дрессировке на исследование интересных запахов. Чтобы замотивировать интерес собаки, ее придется постоянно подкармливать лакомствами во время обучения. Но если в руках хозяина не окажется вкусняшки, пес не станет утруждать себя интеллектуальной деятельностью. Шицу, маленькие длинношерстные псы, выводились без каких-то определенных целей. Точнее, они были членами королевских семей и благодаря своему внешнему виду предназначались чисто для эстетического дополнения. Ничего больше от них не требовалось. Поэтому не стоит ожидать, что у представителей этой древней породы проявятся выдающиеся умственные способности. За всю историю существования этой породы им это было ни к чему. Афганская борзая. Борзые, как и пекинесы, частенько отказываются выполнять команды. Только в случае с афганцами дело не в упрямстве, а в невероятном аристократизме. Они словно думают, не царское это дело подавать лапы или гавкать по приказу. Они лучше останутся голодными, чем начнут подчиняться. При этом агрессию они проявляют редко. Большинство афганских борзых считают свободу одним из своих неотъемлемых прав. Столкнувшись с яростным сопротивлением на этапе обучения щенков, робкий владелец, как правило, уступает своему юному ученику, ошибочно полагая, что через месяц-другой собака подрастет и исправится. Это серьезная ошибка. Нужно помнить, что обучить борзую командам и послушанию можно только в щенячьем возрасте. Взрослые псы становятся слишком свободолюбивыми. Заставить эту собаку выполнять четкие команды – целая проблема, так как собака тут же начнет проявлять недюжинное высокомерие и упрямство. Эти грациозные, с шикарной шерстью красавцы обладают прекрасным чутьем и не интересуются ничем, кроме поиска добычи. Афганские борзые издавна привыкли действовать самостоятельно и преследовать любые движущиеся объекты. При этом из-за своей нравности часто не хотят отзываться даже на собственную кличку. Мастиф. За грозным видом этой собаки прячется доброе сердце и послушный нрав. Он верен своему хозяину, но очень лениво выполняет все его требования. Вина в их пассивности. Если ему хозяин говорит уйти с дивана, то он прекрасно поймет, но ему будет лень пошевелиться. Мастифы не отличаются хорошей памятью. Поэтому выученную команду надо постоянно повторять. А иначе уже через пару месяцев пес ее позабудет. Удивительно добродушный и обожающий детей. Несмотря на свои огромные размеры и свирепый облик, мастиф – это нежнейший из гигантов собачьего мира. Мастифов использовали британские племена во времена противостояния римлянам. Впоследствии эта порода собак была завезена в Рим и использовалась в гладиаторских боях в Колизее против львов. Известные благодаря своей храбрости, они были популярны в качестве сторожевых собак в сельской Англии. На сегодняшний день они широко известны своей покорностью и крайне слабой концентрацией внимания. Поэтому изучение самых простых вещей занимает у них уйму времени. Гончая.
На самом деле, в отличие от стереотипов, гончие обладают отличным чутьем и прекрасным характером. Но на этом список их талантов иссякает. Преданные и покладистые, эти существа способны завоевать расположение любого. Но тем, для кого определяющим качеством питомца является ум, попытки дрессировать питомца с такими способностями выдержат не все. Навыки, которые у ретривера, овчарки или любого корги проявятся на протяжении пары недель, в случае с гончей нужно будет вырабатывать намного дольше. Злиться на нее при этом совершенно бесполезно. Животное будет чувствовать себя виноватым, но улучшить показатели не сможет, даже при самом старательном отношении к дрессировке. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.